Однозначно, я только музыку включил, и ты явился. Ну да. Так, ваши ставки. Смогу ли я выиграть Дариуса в топе? Дариуса? Да я понятия не имею, я об ГГ не чекал. Ну, вернее, профессор. Или как? Что я там скачал? Ну да, это профессор. Профессор. Мой профессор. Ну, в принципе, ну Дариус, ну вы можете посмотреть. 65% винрейта, 93 игры. Глэк? Глэк? Думаешь, глэк? Да мне кажется, самый же настоящий, блин. А если я его унижу? Морально, там, всеми способами, анально, карнавально, орально, навально. Да не знаю, не знаю. Если навально, то можно и по 282 уехать. Как иностранный агент еще можно уехать, да? Конечно. А можно домой к Зебу уехать, к его мамке, блин. Что Зед делает? Я его вообще какой-то авуляха, блин. Тупая авуляха. Бам! Не, конечно, все понимаю, молодой человек, это что такое? Бля, получается, это лимиты. Какие лимиты? Он просто бежит за мной. Да у Зеда было 3 хп, блин, я не знаю, типа вот я с флеша сыграл. Знаешь, почему я сейчас умер? Он просто нажал ГОСТ и бежал за мной. Это скиллово. Это лимит, ты понимаешь? Чел хорошо на персонаже играет. Вот не было у него ГОСТа, был бы и другое, вот другое. Он бы тупо отлетел, как последний. Как шавка просто. Туда же, где его, ну сам знаешь кто. Понял, понял. В кого Зет такой мракобес? Я не понимаю. Почему он на 3 хп выжил? Ну весь сам знаешь кого, да? Понимаю, понимаю. Да я у него уже дома сижу, блин, наяриваю нож, затачиваю, так сказать. Да у него все ножи заточены, чем он резал себе вены. Понял, понял. Так, у них Ли любитель псин, как бы. Хотя с таким именем это не мудрено. Здорово, чувак. А кто это? Да, кто? А кто? Ну я по голосу узнаю уже. Ты знаешь каждого здесь, да? Нет. Нет, это не какой-то администратор, это местный. Но бывший. Кто? Зак, что ли, да? Нет. Кошмарно. Блин, ну я тут так-то видос пишу, а там какие-то про какие-то дыры говорят. Мне страшно. А что делать, если меня избили из-за Ли любителя псин? Кошмарные звуки. Мне однозначно эти звуки не нравятся. Я уже выхожу. Благодарю. Ну, Дариус уже 2-0. Пахнет поверспайком. Если ты понимаешь, как у меня поверспайки. Он есть у всех Йона и Ясо мейнеры. Так, ну я как бы Зедер с разворота разорвал. С богойно просто, с богойно аннигилировал молодого. Мне почему-то все равно проебываем. Конкретно, ребятки. Конкретно. Какой же мерзкий этот тип. Побеждать только потому, что он слабый. Получается так. На Зет как бы касть, по-моему, еще ни разу не пробовали. Ну, мы так нормально. Я Владик, мне нормально. Так, ой, блин, так у нас топ, вернее, бот выигран. Топ-то слит в пламени. Блин.
получается, не слит. Я на мужика сыграл, если бы ты видел, как это. Ну... Ты бы сказал, что так только истинные мужчины могут сыграть. Истинные мужчины? Да-да-да, если ты понимаешь, о чем я. Ну, эти, из Хорьеции, в общем. Да-да-да, там, знаешь, это... В общем, афиняне придумали. Да-да-да. А у меня маленькая дуда, ребятки. Дуда? Ну, я Владик, Криштоф Дуда просто. Криштоф Дуда, что вы, понимаете, что вы упустили Зеда, и он пошел убивать? Да стоит у меня, стоит. Ну, у тебя-то да. А у Крыша не очень. Пожилой Глэк. А чё крипов попускаю? Непонятно. Крипов попускаешь? Попускаю крипов, в общем, к действиям каким-то. Чё-то я не понял мув Зеда, если честно. Я Владик, я не понял уже, да? Какой же я просто мужик. Не то, что этот Дариус слаб. Ну, попадет коконом? Нет? Ну ладно. Я не понял, почему ты запушиваешь? Алло. Рукобесина, блин. На лимитах переигрываю Дариуса. Я же говорю, что это просто отвратительное стечение обстоятельств, что такой мракобес, как Дариус. У меня один хп, ёшкин кот, как же я на лимитах играю. Кошмар. Как же я на лимитах играю, просто один хп, я прям увидел эту цифру, единичку увидел. Ну это уже, по-моему, перебор, я считаю, ну это... Это звуки какого-то осьминога хуманизированного. Я такие только в хентай видел. Так, ну что-то получается... А, не, я думал, а ну это как бы с реакцией немного. Проблема, да. Ну или это у Элизы... Как она у... фейкер. Ну да, как у Епифанцева, в общем. Реакция. Фух. Как же этот Лисин играет? Как же он играет? Ну, или не совсем хорошо. Ну, в общем, понятно, короче. Какой-то как трей... мне повезло. Какой-то трейд-вин получается, ребятки. Сейчас Зеп тут тоже немного трейд-винит, но немного. Ведь ему не 16, он не Владик. Ну, только поэтому он не пошлый. Блин, как же я это керю. Немножко Лаврентию и совсем чуть-чуть берю. Зачем ты опять меня керишь? Тебе не стыдно? Блин, как же Зеда этого развести? Я не знаю, просто... Изи-изи, рилток, сенк ебалтед, ребятки. Сенк ебалтед. I'm Lord and Master. Ой, блин, кошмар. Блин, смотрел, как тебя убивали. Какой кошмар. Было очень жестоко.
Не по православному. Ой, а он, кажется, скайк дропнул на тебя. Ну вот так вот, и живем, блин. Ой, а ты умер. А нет, ты выжил. Или умер. Или выжил. Это он! Я не понял, почему Элиза меня кинула только что? А ты понимаешь, что ты для нее этот мусор? Или никто? Больше пингов помогут ей как бы осознать ошибку. Ну не знаю, я... Можешь написать, что он факинг трэш как бы, и все. Я слышу твою скорость печати. Факинг, я все понимаю, да? Я просто из Турции, поэтому... Ну, я тут думал, почему я постоянно на рынке вместо Adidas вижу какой-то Абибас. Ну, у них серьезно оскорбление фарки, поэтому как бы вот так вот. Это такая отсылочка, в любом он тоже из Югославии. Говорю все как есть. Президент Югославии мой тесть, ребятушки. Тест. Тесть? Тест. Он тестит тебя каждый день? Тест. Блин, а Z такой, блин, как Карлсон, здорового человека. Что улетел, вернулся. Это у них что-то... Что-то даблу сделает молодой. Они ж без скиллов. I'm your love. А вот Дариус улетел и не вернулся. В 2-4? Ну да, он в 2-4 теперь все. Он-то был 2-0. Да понятно. Ты принес деньги. Да, я принес деньги. Сколько денег ты принес? 200 тысяч. А ты? А я 100. Итого. А чего? Итого 200 тысяч 100. Ну да ладно. Он не смог попасть в Ордом в куст. Насколько он силен. Ну все, наступило время. Морального давления. Master yourself, master your enemy. Look at the cleans. Че, у него ульта... А, понял. Ёшкин кот, как же я хорошо играю. Ну, давай, Элиза, с флеша. У тебя ульта, КД, ульта! Блин, как этот Лисин играет? Думал переиграть ее, а как бы она сама себя переиграла, потому что она не умеет. А получается что? Вот, камон. Камон. Кам. 3-3. 2-3. Ага. А просто трэш, короче, в пати с Элизой. Минус мама. Я все понимаю. Вообще, надо писать минус мам. Чисто минус мам. Так, ребятки, давай, ну, по одному, ёпта. Ой. Опять убил. Ты можешь мне пообещать, что меня не придет и не унизит Карлсон? Я просто хочу его с вареньем ждать, а не как бы... С вареньем. Я сварю Элизу с вареньем. У-у-у, мама, мама. Утрошами минус. Минус мать. Интересно, интересно. Как говорится, играю в дотку 5 лет, передаю мамкам тиммейтов привет. Я в доту всего год поиграл. А у меня всего одна катка на антимаге. Ну, как бы, на мужика.
Ну да, получается один раз не пидорас, поэтому я нормальный. Ну знаешь, как бы... Главное не то, сколько раз ты сыграл, а насколько качественно. Feel shit. Ты понимаешь, что я сейчас могу пойти и убить двоих, как мужик настоящий? Почему у него хил есть? Почему президент Югославии и мой тесть, ребятки? Я вот не особо понимаю такую логику, если честно. Так, ладно, как бы... О, техника бесконтактного боя, ребятки. О, так ты этот, все, да, пожилой крыс. Этого просто стильно. На стиле? На стиле, да. В смысле стилишь? Дид граб. Косерфул, ребятки. Что? Дид граб саксесфул, что? Так, а ну-ка. Мой петух. Ну ладно. Цитата епифанцев. Епифанцев, я такой епифанцев. Иди сюда, я хочу тебя. Я хочу тебя и с левой, и с правой, и по жопе. О. Силен. Однозначно силен. Просто флеш эр. Так, look at the cleans, look at the moves. Блин, да и что жалко юшку, ну ребята! Ну вы шо делаете, ироды? Да... Почему он ей подставляется? The weak shadow. Fear. Как оно вообще любоваться своим прекрасным лицом всю игру? Ощущения. Ой-ой-ой. Так, я разваливаю кабину. Да иди сюда. Ай. Ой, да боже. Там... Ах, хотя не, ладно, мы сильнее. Давай, ты сильный, я знаю. Ну, что-то я, какие-то непонятные игры, я даже не напрягаюсь в них, но все равно выигрываю. Это все аура даймонда. Да. Обычно я в своих голдовых играх потею как тварь и проигрываю, знаешь? Ну так это ж все я. А, то это ты меня киришь, получается. Ну да, морально.
морально-оральная поддержка получается, да? Блин, почему не зафокусили трэша? Ты хочешь его смерти? Конечно, смерть. Склонись, смерть. А как же это Элиза силит? Что-то какой-то ассистный Владик, то у меня 12 ассистов и 4 килла. Вроде как релай не тарю, хотя это ошибка. Так это и ошибка получается. Получается так. Ну, догори! Давай, знаешь, что я сейчас сделаю? Он все еще это, да? Девушка, что мы творим? Мы клоуны. Мы клоуны. Пики-пики. Где мой клоунский нос? Икспеки. Так, ну пойду всё, водички налью. Теперь я точно релай буду тарить. Тебя ассистер. Must you serve, must you enemy. Блин, до сих пор болит костяшка, пипец. Блин. Просто разорвал. 10 росгвардейцев. Просто разорвал. Блин. Блин, что-то прям печально как-то. Я принес себе святой водицы. Ну ладно. Что произошло, пока меня не было? Да, Дрейвен сдох. Не сдох, но... Ну, как бы не ты, понимаешь? Как он это делает вообще? Просто Big Shock Wave Construct. Пойдем, я на мужика ультану в Nexus, ты его развалишь во время моей ульты. И представим, что я его ульту его уничтожил, а? Ого. Ну, чисто на хайлайтике. Гуляю! Давай. Бью бы всех просто. Давай, ударил пошел, как бы. Получается Z нуляшный.